давно готовился к игре. Знал, что у нас много больных, ну и мало игроков, поэтому придется выйти и помочь, если надо будет. Было, конечно, давление. Волновался, это первая игра в Евролиге официальная, и очень волнительно. Хотя понимал то, что, возможно, придется принимать участие в матче и сыграть. В нападении то, что получилось, ну, я рад то, что получилось, что ты в нападении забил, но в защите многие установки не смог выполнить, многие установки тренера. Вот, поэтому, ну, считаю, не лучшей игрой это.